Итак, дорогие друзья, всем привет. Все самое интересное мы с вами увидим совсем скоро. Я думаю, мы царапывали очки на стандартах. Может, когда даже игра не совсем шла. Но сейчас подача, подача очень опасная. О чем я говорил, стандарт и Динамо надо опасаться. Так, еще раз смотрим. Вот подача. И да, в свои ворота едва мяч не срезал защитник. С немалым опытом игры в первой лиге. Подача! На месте голкипер. Давид Волк. Волк получает небольшое повреждение. Тем более здесь очень много пространства. На таковой бровке. Кравцов разбегает с удовольствием. Подает! Ой, как опасно! И выуживает мяч из дальней девятки Данил Фролке. Еще один момент со стандарта у Динамо. Сегодня пока все голевые шансы у Махачкалы именно со стандартов. То со штрафного опасно подадут. Вот и сейчас все опорники на месте. И тяжело приходится при развитии атаки. Никите Глушков. Снова Глушков. Экс-игрок Чайки. Но это направо. Подача опасная! Да, опасная! Здесь мяч как-то врезался в ногу Руслану Хагуру и полетел в дальний угол, но Фролкин был к этому готов. Раджаб Магомедов решает подать справа фланга. Вот момент! Касситура! Падает Касситура! Пенальти! Пенальти ворота черноморца! Экиш Касситура зарабатывает гол. Вот я же говорил по ходу всего матча. У Касситуры сегодня не получается только серия передач. Но получилось у Касситуры хитро подставиться под соперника. У Фролкина сумасшедший процент отраженных пенальти. Поэтому далеко не факт, что получится забить. Но посмотрим Юсупов. Юсупов 1-0! Динамо! Махачкала, похоже, вырывает победу в этом матче. Залипка! Юсупов бьет неотразимо для Данила Фролкина. И динамовцы, похоже, зарабатывают 3 очка. 27 баллов у команды. Все, свисток 1-0. Динамо поздравляем с победой. Махачкала сегодня ликует. Залипка. Юсупов прекрасно сегодня отработал. Именно Юсупов стал автором забитого мяча. Ну а пенальти заработал Эгер Касситура. Все, всем спасибо и всем пока.